Агрониса. Все, лови на танке троих. Смотрите, Агрони, сорвите. На пуль рога. Череп. Крест и... Сталилома. Варчик на себя. Подержать. Так, сразу прохилим в 0-1 вместе с дебафом. Диспелим, дебаф всегда на хиле. Ну, не обязательно, конечно, в идеале какого-то ретлика на этот дебаф ставить. Вот у босса каз был. Вывел из руны. Он не вывел до сих пор из руны, вводи. Вот, потому что урон повышенный идет. Встань сам в руну на варе. Встань на руну. Пока босс-то ходит. Жди. Диспелим 0-1 сразу вместе с хилкой. Все, и встань и поверни теперь. Чтоб милики били нормально. И не парировали. Нормально милики или надо еще повернуть? Еще. Еще доворачивай. Не понимаешь, да, Наваря? Куда доворачивать надо? Милики в лицо бьют. Понимаешь, что значит лицо? Парирование, значит, вылетает у них. Вводи. Твоя задача, Наваря, это встать так, чтобы они могли бить не в лицо. И босс в руне не стоял. Сейчас он стоит в руне. Видишь, баф на нем. Руна мощи. 50%. Тебе нужно вывести босса. Самому потом встать в руну, когда выйдешь. Ты до сих пор стоишь в руне. Куда ты пошла? Эпитафия злоебучая. Эпитафия, ты не понимаешь вообще. Ты не тут. Еще раз. Тебе вывести босса из руны надо. Все. Он дошел опять. Потому что у тебя уже новая руна, пока ты справился с первой. Массакру даем сюда. Эпитафия, легенда, реально. Выводи уже из руны нормально. Уже поздно. Понимать. Рендж держим друг от друга на кастерах. Играем по мастеру рун. Так, обязательно дебафы прохиливаем, чтобы люди не попадали. Энергетический удар. 0-1 прохиливаем и сразу диспелим. 0-1 надо. Хороший, кстати, рендж вы держите с собой и магом. Так, а кто у нас будет этот забирать? Выходите из дебафа. Кто из миликов или хочет забирать дебаф на себя? Не забываем дебафы прохиливать. Хузбан, ты отойдешь на рейнджу, затаунтишь или нет? Ну, если некому. Фрик на Хузбанде. Ладно. Так, ладно, тут Геру уже дали. Я говорю, если некому, ну что тебе делать? Говори же, фрик. Уже поздно. Так, 0-1 прохилим, энергетический удар, сразу диспелим танка. Если не успеете сдиспелить, там 2-3 тика и гг будет. Гера дает на этой фазе как раз и дамажит быстренько. Протовар, конечно, фрикует жестко. У меня одного, и такое, пофиг. А нафиг ты это сделал? Кузьман, ты вообще не тут? Не одупляешь, что происходит. Меня показывают, блядь, ДПМ. Реально не тут, ладно. Добивайте босса. ДБМ. Это надо было сделать тогда, когда второй босс умер. Выйти на ренжу и затаунтить. Отойдите от танка, сейчас сдохнете. От эпитафия. Вон квадрат на него поставил. Все. Колечко какое хорошее. Так, что там по луту сейчас гляну. В итоге вместо гайда нахапал я весь бой без... Ну, я думаю, вы сами могли понять все. Это шея, не колечко. А, это шея. Угу.